27 апреля. Никак у нас весна не настанет. Вон какой крупный снег. Градинки. Но они такие не ледяные, а прямо комочки снега. Через камеру так красиво смотрится. Еще увеличила я план. Как-то по рыбами падает. Помнится мне в 2009 году, почему-то я так его запомнила, 2009. Уже вовсю ходили в туфельках, в легких куртках в апреле. Именно 9 апреля я сошла с поезда, и так тепло было. Кое-кое где так под деревьями снежок лежал, кучки маленькие. Сегодня срезала еще один огурец, 14 сантиметров. Здесь вот скоро назреет. Ну и маленькие начинают уже быстрее расти, потому что я большие срезала. Появился первый помидор. Вот он какой. Позавчера появился, и вот так вот он за 3 дня прям растет. Один-единственный. А так цветут все кусты. Пока нигде не намечается, кроме того одного. Достала сверху я его, вот он, который я показывала. А тут, оказывается, вот еще один есть. Вот он. Какой он интересный. Хочу поближе, но сразу фокус ломается. Я сейчас его потрогала, вот этот, который, на котором был желтенький цветочек. И цветочек раз и упал. В эти заглянула. Ну, нету там ничего пока снизу. Первые плоды появились на томатах сорт Бетта. Вот еще такой же куст. Но на нем еще только собирается цвести первая кисточка. Все кусты ведут себя по-разному. Хотя садила все одинаково, в одинаковое время. Почему так, не знаю. Вот еще одна здесь кисточка. Ну и другие два сорта у меня. Балконное чудо и Аляска. Все цветут. Долго они что-то цветут. Здесь только собирается. Здесь вон как густо цветет. Здесь тоже, там наверху тоже. Сегодня утром опять все подкормила вот этим удобрением натуральным. Земляника хорошо подрастает. С 17 марта садила в эту чашку катарантус. И вот только 2 семечки взошло. Вот так вот он выглядит. Ну, как пишут, зацветет он не скоро. По моим подсчетам, где-то в августе. А вот колокольчик, не помню какого числа марта, ну где-то в середине марта. Тоже много было семян. И вот 2 штучки кое-как. Я сюда их пересадила, 2. Денежное дерево тоже
потихонечку, но дается листочки. Вот новые листочки в середине. И вот он такой, листочки выглядят как шершавые, интересно, да? Такие как пупырчатые. Вот он мой сегодняшний огурчик. Ну, вкусные огурцы, вот этот сорт берендей. Для балкона, для лоджии, для окна. Может быть, попозже я куплю еще какие-нибудь семена для окон. Подберу, почитаю, посажу. Ну, я ж наблюдаю, у меня эксперимент. Как будут эти огурцы? Вот эти вот как-то они нормальненько выросли. А вот следующие что-то там много маленьких. И вот что-то они стоят. Ну, сегодня подкормила. Буду наблюдать. Вот на этом кусту так вообще вот стоят. Медленно растут огурчики. Хотя горшок вот этот большой, самый большой. Вот такие мои дела на огороде, на окне. Появились первые томатики. Буду наблюдать, как будет идти дело дальше. А то, может быть, даже и ничего не будет, кроме тех двух томатиков, не знаю. Но у меня же эксперимент. Ну и вообще мне это интересно. Сколько труда вложено, правда? 18-го... Нет, когда я... 11 февраля посадила томаты. 18 февраля огурцы. Ну, опыт хороший я приобрела. Вот такие дела. Всем всего доброго.